Всем доброе утро. Время у нас 9:35 уже. Я отвечаю на ваши комментарии. Я уже успела облажаться, потому что я первый раз написала свой ник Инстаграм без девочку, без буквы L. Но сейчас я ее добавила, так что все хорошо. Так что спасибо, что спросила. Посмотрите, сколько уже времени. Уже 12:31. И я смонтировала тут видео. Сначала не хотела монтировать, просто хотела сделать, как начало, у меня картинка стоит, и видео, как оно есть, без всяких нарезок. Но решила попробовать сесть, я аж засела до пол первого, я ничего еще не делала, я не читала, я не делала упражнений. В общем, я сейчас пошла это все исправлять, потому что я так вообще весь день просижу в ноутбуке. Для первого раза я просто сделала нарезочку обычную, кусочки там повырезала лишние, попробовала повырезать. В общем, ладно, я погнала читать и делать спортивные упражнения. Я извиняюсь за свой внешний вид, но я просто сейчас вся мокрая, потому что я только что выполнила те упражнения, которые у меня в тетрадке, не приложение, которое... Приложение я буду делать чуть попозже, когда почитаю немножко. Фух, посижу. В общем, сейчас я достаю свои фломастеры. Точнее, фломастер зелененького цвета, еще красного не было у меня ни разу. И ставлю галочку за 11-й день. Та-дам! Та-дам! Я, конечно, вообще выдохлась сразу, когда я начала делать махи на второй подход. Был ужасный просто. Я не знаю, как я доделала третий. Это было просто что-то. Планку тоже еле-еле простояла. Тряслась уже после 30-й секунды. Пресс делала более-менее. В Инстаграм я опять выставлю видео. Точнее, выставила уже. Так что вот так вот. Пойду читать. Пока у меня грузится приложение, потому что вот... У меня сейчас я буду заниматься вторым днем. Кстати, время, как вы можете увидеть, уже 16:49. Я прочитала книжку, как и обещала себе. То есть я прочитала, знаете сколько? Аж 7 рассказов. Вот я вчера остановилась на 4 главе. Я прочитала с 155 по 180. Вот, 7 рассказов. Я довольна собой, потому что если такими темпами я буду читать, то я все-таки оставлю эту книженцию дому, чтобы ее не тащить зазря. Чтобы лишнего груза не было, вот. И мне полезнее. Вот, вот что меня сейчас ждет. Я пошла. О, я не успела. Только-только я закончила свой успех. Второй день. Вот он у меня меньше по времени, но, по-моему, калорий я меньше потратил. Честно говоря, мне показалось легче. Либо я просто сидела пятую точку, когда читала книжку. В общем, ладно. Но все равно я мокрая, так что пойду сполоснусь и буду смотреть корейский и английский. Кстати, смотрите. У меня тут такой шляпкий спит. Да, Сёмка? Люта. Сколько можно спать? Ну, милота же, ну. Лапы-то какие здоровые. Скажи, здоровые лапы у меня, да? Лапы-то здоровые, да? Сижу я, значит, разбираю книжку новую по английскому. И мне в директ приходит сообщение от девочки. Я, конечно, то, что я сейчас скажу, может, это некрасиво, но с моей стороны некрасиво то, как мне пишут. Я не прошу к себе какого-то уважения. Нет, я прошу уважения, потому что я тоже человек, я хочу, чтобы меня уважали, но, например, и не против общения, когда ты говоришь там, чё, камон, типа, погнали, я не против такого. Но когда ты общаешься первый раз с человеком, я не очень одобряю такие сообщения. Все началось хорошо, вот.
Девчонка мне написала привет, я написала привет-привет. Я ко всем отношусь по-доброму и никогда никому не грублю, но если не грубят, мне. И я не против общения ни с кем буквально. Вот кто хочет, мне пишет, я всем отвечу без проблем. Я... В смысле, почему я не буду отвечать? Это глупо. Отвечу всем, кто захочет со мной пообщаться. Вот, меня спросили, как у меня дела. Есть время разговаривать, вот, чуть-чуть попозже. Я ответила, потому что я опять же говорю, я тут читаю английский. Написали окей. Вот, спросила, не против, если она будет в моем ролике, как и с предыдущей девочкой у меня получилось. Она написала вот так. И тут я спросила, сколько ей лет. И когда я не успела отвечать, мне написали «Алло». Ну, по мне, так это некрасиво. И после этого «Алло», я уже не думаю, что этой девочке 16. И я написала, мне кажется, тебе не 16, почему ты так некрасиво разговариваешь с незнакомым человеком. Я не знаю, что на это ответить, поэтому я не буду ничего отвечать. Зачем так делать? Не понимаю. И как-то я обидна и... Ну, не знаю, мне, честно говоря, обидно после этого разговора. Так что ладно, буду дальше себе читать английский. Я сняла и смонтировала, почему-то так быстренько у меня спонтанно пришло это все. Новое видео. Вот оно. Оно простенькое, я просто там говорю, как я занимаюсь английским. То, что я сейчас читала, так что... Та-дам! Только что вышла с душа, что-то время пошло очень-очень-очень быстро уже, смотрите. 22:30, я смотрю просто в YouTube всякие разные видео. В частности, почему-то снова накатило меня на то, чтобы смотреть про мотоциклы. Видео, извиняюсь, что сейчас так темно. Я еще, смотрите, что нашла в приложении, том, которое я записываю для Инстаграма каждый день. Здесь еще есть утренняя растяжка и растяжка перед сном. Вот с завтрашнего дня, с утра, я попробую сделать утреннюю зарядку, а вечером уже сделать растяжку перед сном. Сейчас не буду делать, потому что, ну, чтобы отчет пошел уже с утренней зарядки, чтобы не было такого, что я начну и я сделаю больше, чем утреннюю. Вот. Так что вот так вот. Тут я сейчас буду сидеть, что-нибудь смотреть дальше по поводу мотоциклов. И не только мотоциклов. Я смотрю разные видео. Ice Family смотрю. Также просто сижу в интернете, слушаю музыку. В общем, вот так у меня сейчас дела идут. Так что всем спокойной ночи. Пока.